Я питаюсь каждый день. Каждый день есть еду, совсем не лень. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Всем привет! Недавно мы пробовали наши местные роллы. Заказали из пиццы роллы и суши смак. Кто смотрел, видел, что победитель у нас оказался суши смак. Довольно вкусные роллы, мне очень понравились. В этом выпуске мы хотим показать вам новую доставку. Доставка называется Deep House. Насколько я знаю, Deep House был неким суджанским клубом. И, видимо, в момент карантина они решили немножко переквалифицироваться и сделать доставку роллов. Мы не могли пройти стороной и решили отведать их прекрасных роллов и показать вам. Чтобы не было такого, чтобы вы могли подумать, что может это мои знакомые, еще кто-то, заказывать будет Полина, заказывать будет женский голос, и заказывать будем на другой адрес, не на этот адрес. Ну, поехали. А еще у них действует скидка при заказе 7 роллов, скидка 7%. Мы закажем 7 роллов. Я питаюсь каждый день. Пожалуйста, здравствуйте, можно их заказать? Да, можно, конечно. Ролл, теплый ролл с угрём и тартаром. Простой ролл с креветкой. Канаду. Простой ролл с лососем. И простой ролл с сыром и лососем. И Калифорнию с лососем. И Филадельфию. Сейчас, можно? Как долго делать? Смотря какому времени вы хотите. Если вы сейчас хотите заказать, то сейчас будет готово, но где-то через полтора часа, не раньше. Если помните, в обзоре суши смак и пицца роллы город Суджа, для меня лидирующим фактом победы суши смак оказался сыр. И я вкус сыра настолько же не могу запомнить, правильно? Мы сегодня закажем в суши смак какой-нибудь ролл с сыром, для того, чтобы мы могли тестировать. Есть из Deep House и есть из суши смака с сыром. Для тебя сыр имеет значение? Ну да. Алло, здравствуйте. Вы скоро приедете? Да, в течение 10 минут. Мы вызвали эту новую доставочку, и доставочка обещала в течение полутора часов. Уже прошло полтора часа, ближе к двум. Ждем в предвкушении новых эмоций. Я питаюсь каждый день. О, каких-никаких, всего-навсего 2 часа. Приехало всего довольно таких симпатичных пластиковых контейнеров. Почему-то без пакета. Я на это внимание не обратил, зато Полина обратила и говорит, а почему они без пакета? Весь заказ обошелся мне в 1040 рублей. Кстати, чек не дали. 1040 рублей, но 40 рублей скинули. Сказали, скидка. Ну что, пришло время открывать и смотреть, узнавать. Ну, выглядит, да, ну, симпатично. Понюхайте. Зачем нюхать? Запахи нормальные. Ну, пахнет вкусно, да. Так, следующий коробок. Вот это холодный, да? Чего-то не было никаких? Нет, не было. С креветкой. Ну, выглядит так симпатично, да, крепко, мне нравится. Угу. И причем они делали не каким-то знакомым, они делали на левый адрес, прошло бы быть внимание. Ой, какие-то интересные, правда. Да, это довольно симпатично. Более розовый. Ну, соус зачем? Да. Чем? Не знаю, с чего хотите. Вот, суши смак, вот это вот Deep House. Давайте мы же, конечно, начнем с Deep House. Может, начнем с запеченных где-нибудь? Вот это. Про горячий, да, наверное. Вот, ну, не знаю, не особо, по-моему, про горячий. Вроде либо они не жареные, они подогреты, да, наверное? Ну, выглядят симпатичные, мне нравится. А на вкус? Что в середине? На вкус вкусно, но... Что в середине там? Заяли. Ну, сейчас все авокадо. Авокадо. Довольно вкусно. Кстати, салфеток нету, да? Да. И заметьте, в Deep House почему-то нет салфеток. А, смотри, капуста. Да, капуста. Ну и вот это я не знаю, что вот это. Это вот в этих роллах запеченных. Капуста, авокадо. Да, мясо, по-моему, еще мясо. Они теплые, они не запеченные, кстати, да. Ну так аппетитно. Потому что с голодухи. Пришло время пробовать
Вот этот ролл. Ну, довольно симпатичный, смотрите, какой ролл. Как он называется? Ну, я не знаю, как он называется. Вот такой ролл симпатичный. Их сыра. Канада и темпура что-то там. Вот, сыра довольно много. Довольно симпатично выглядит. А еще мне сказали, кстати, знаете, что мне сказали в комментариях? Что обязательно перед пробованием новых ролл нужно разбивать вкус имбирем. Красиво. Да, мне нравится соус, который сверху. Вот это как он, терияки, наверное. Вкусно. Ну-ка. Вкусно. Правда, жесткий авокадо, да. Или что? Фрукт жесткий, но сыр вкусный. А теперь сейчас мы на контрасте хочу попробовать сыр и суши с мака из вот этого. Он даже горьковатый, авокадо. Не жалеть, положили. Ну, мне нравится. Вкусно. Довольно. За 1040 рублей вот это все, это хорошая цена, на мой взгляд. Если разделить на 1000, это будет по 250 рублей получается, да? Да, получается, смотрите, что мы купили. Мы купили вот это, и вот это за 1040 рублей. Это нормальная цена. 6 роллов. Это почти весь ассортимент. 6 роллов. По 150 рублей получается, даже меньше, да? Я питаюсь каждый день. 7, по-моему. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, это вот за 1000. А где 7-й? А вот это 420. А 7-й где, Полин? Что 7-й? Ролл, ты же сам заказывал. А, ну посмотри, заказывай. Сейчас. Попробуем теперь суши с мак. Ну, суши с мак, смотрите, какая рыбина толстая прям сверху лежит. А, ролл с креветкой где? Что с креветкой? Вот, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это два большие считаются. Звони, скажи, я заказывала 7 штук, где еще один? Я питаюсь каждый день. Но сыр, опять же, повторюсь, вкуснее, по-моему, суши с мак. Он нежнее, наверное. Вот опять сыр побеждает. А, реально, а нету еще одного ролла? Нету, я не делила, звони. Заказывали вроде как 7 роллов, а привезли 6. Мы заказывали 7, чтобы еще получить 7% скидку, да, в их заведении. Но здесь идет 6 роллов. А вот вы нам только что привезли, а получается, я же 7 заказываю. Спасибо, скажем мне. Я рассчитывал на 7 роллов, чтобы получить скидку. Я питаюсь каждый день. Это волос. Твою мать. Волос настоящий. На волосе. Паша. Да ладно. Кто-то так ведет на волосы. Тут так. Волос, реально волос. А в чем такой-то конечный? Ну, это не мой. Это ну, подержи камеру вот так, макро съемку. Вот, да, вот, рыжий какой-то. Точно волос? Да, да, на камере видно, что это волос. Ну, волос, конечно. Я не знаю, это животное или что это? Ну, не знаю, может это и не волос, но похоже на волос. Рыжий, а что? Волос. Да это коржатина какая-то, что ли, тоже. А там нет никаких каких же посыпок, да? Полипов. Сумка, а вот она. Тут такое ощущение животного. Полипов я не вижу. Ну, это какая-то не посыпка, да. Вы же видели, я достал это все из выученной части волосы. Да может это не волос. Короче, давайте мы оставим это на ваш суд. Вы увидите все в макросъемке и скажете, что это, волос или не волос. На обсуждение. На обсуждение, да. Я не скажу, что это волос или это не волос, но это похоже на волос.
но он какой-то, ну, супер загадочный прямо. А что это еще? На что еще похоже? Сказала, ну это не похоже, конечно, из... Кроме волосы, на что? Единственное решение, которое приходит в голову, это создать вот такой вот конвертик, бумажку. Вдруг человек, чья эта организация подумает, что это не волос, или захочет сделать какую-то экспертизу, доказать вам, что это не волос, он может приехать и забрать этот пакетик. А давайте, может, сейчас наберем ему... Позвоните, да. Давай, телефон. Алло. Алло, привет. Привет, Паша. Слушай, короче, ты же знаешь, у меня прикол есть такой, записывать там видео на жвачку, да? Да. И смотри, я не знаю, может, короче, или мне кажется, или, короче, мы нашли волос, понял? Да нашли, правда, видео записали. И там видео есть на эту тему, как вот случайно я достаю, и там волос. Рыжий такой, ну может это не волос, слушай, я не могу утверждать, но похоже. Хочешь, я его в пакетик положил, хочешь, можешь приехать, это самое, забрать пакетик этот. Не, ну смотри, как бы, я не вопрос, но рыжий волос. Ну да, да, но ты посмотришь видео, там микро-макросъемка такая, ну, довольно сам... неплохая. И там прям на видео есть, как я вытаскиваю его прям из завернутого рота. Я питаюсь каждый день. Креветки есть под панцирем, оплетки. Оплетки. У меня вот сохранилось. Это не волос? Я поняла, такие у них такие. Да, да, да. Нет. Я понял, они как волосы. Они, я все, да, поняла. Ни в коем случае, волос нету. Я черненький. Да, мы же сами думаем. Шапочка, мы в перчатках. Все нормально, короче. Это креветки. Креветки, это тебе, я поняла. Вот такие пушистики. Они на креветках, на хвостиках есть. Да, 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 да. Возможно, один, но он даже съедобный. Короче, я понял. А ты можешь это попозже мне скинуть фотографию этой креветки, что я прикрепил? Ну, без проблем. Все, спасибо. Все, спасибо. Мы продолжаем жрать. Извините, ради бога. Но вкусно, мне нравится. Сиди дома уже дальше. Не-не, кушай. Но он нам скинет, мы потом будем. Гуса, креветочный гус. Ну что? Все, нормально. Едем дальше. Раз приехали, рассказали, что это, значит, мы можем продолжать кушать. Трапезу. Так, я наконец-то попробую тот злополучный креветочно-усиный ролл. Ну, сейчас я специально съем суши с маслом. Ну, какой будем ну, суши с маслом, который до этого заказа был лидером моих вкусовых эмоций. Сейчас мы попробуем их сыр. Предыдущий сыр из вот этого ролла, вот его много, довольно вкусный. Ничего не могу сказать вкусный, но сейчас я попробую тот, который меня пленил. Не сравнится, ребят, вот именно ради сыра я закажу снова с уже с макином. Ради сыра только. Надо только, ребят, разбивайте, пожалуйста, вкусовые рецепторы имбирем. Пробуем вот этот ролл ради сыра из Deep House. Ну, не тот сыр. Да, какой-то... Здесь лучше, да? Намного. Надо если выбирать между вот этими роллами и вот этими роллами, никто, мне кажется, даже не видит разницы на вид. Но вот сыр, этот паскудный чертов суши-смаковский сыр, он просто... Ну это его любя. Он просто блокирует рецепторы и не дает... Ну, говорит, нет, только я, только я. Бери меня. Я надеюсь, ребята найдут потом такой же сыр и будут заказывать. Ну, это сыр просто. То, что вот называется это... Называется сливочный сыр. Там такая наглушенная. Филадельфия. Сливочный сыр. Мне нравится еще вот это вот авокадо. Ну, опять повторю, за 1000 рублей это очень хорошо, очень вкусно. И я советую вам попробовать. Вы советуете попробовать за 1000 рублей? За 1000 рублей советую. Ребята, очень хорошая цена получается. 160, ну, 170 рублей буквально за ролл. Давайте попробуем теперь вот этот. Мне интересно, какое васаби острее? Васаби из Deep House? Я сейчас попробую. Вот. Ну, хороший, острый прям такой. Или васаби из суши смак?
Теперь пробуем суши смак. Хороший вот. Мне кажется, если считать из всех трех, которые мы попробовали, то это на втором месте. Как он, вот этот? Да. А, ну, какой на первом? Это доставка. Ну, суши смак. А, я понял. Ты имеешь в виду доставку? Ну, да. Ну да, это доставка минимум на втором месте пока что. По может, вкусу. Мы не все пробуем, но по вкусу. Чисто, вот знаете, дал бы им поровну, но сыр. Сыр просто вырывается на лидирующей позиции. Как и в прошлом, помните, я говорил, что и то вкусно, и то вкусно, но сыр. Ну, даже, ну, все красиво. В плане ассортимента проще. Да, все красиво. Ну, скоро ну, будет ассортимент побольше, наверное, они же только начали. Все красиво. Между Суши Смак и Deep House я не вижу. Называется Филадельфия Классик. И очень обои красиво выглядят, на обоих примерно одинаковые куски рыбы. Mm-hmm. Все очень красивые и симпатичные. Ну, давайте попробуем опять ради сыра. Махнем. Он какой-то мягкий, тянучий, сливочный, божественный. Ну, сливочный, да. Да, этот вкус мне понравился. Угу. Мне тоже приятно. Горячие жарят во фритюре, да? Во фритюре это запеченное или нет? Да нет, мне кажется. Ну да, мне кажется, запеченное или нет. А горячие в духовке? Но я не уверен, не буду спорить. Тоже не знаю. Давайте потом ставим комментарий, кто найдет конфликт. Как вы думаете, просто мы не знаем, горячие это запеченные или жареные на фри? Запеченные в духовке – это горячие, или жареные в масле – это горячие. Какие из них горячие, какие запеченные? Мне кажется, горячие, которые жареные, а запеченные – это вот в духовке. Вот оставьте вот свой ответ, пожалуйста, если в комментариях. Знатокам. Да, чтобы мы для были знатоком образованнее. Попробуем вот такой. Не, ну... Блин, ну блин, ну вот скажите, ну честно, ну красиво все выглядит. Вкусно тоже. Вкусно, да, и красиво все выглядит. Единственное, и просто, да. Ребятам спасибо за скидку. Хорошая. И скидку дали хорошую. Мы посчитали на калькуляторе, что нам все обошлось, должно было 1250, да, рублей, 1250? Даже 100. А, 1000, извиняюсь. Мы посчитали, должно было все обойтись 1100 рублей. Нам съедали скидку 100 рублей. Не нам, как каким-то там знакомым или обзорщикам, то есть мы же заказывали на неизвестный вот адрес, а просто левым людям сделали скидку. Я все записал на макро-видеосъемку. Не думаю, что больше стоит тыкать по всем экранам. Мы сейчас покушаем и... Ну или даже не будем записывать до конца. Короче, что я хочу сказать? Расстроилась, чего? Попробовать, я думаю, должен каждый, потому что это недорого, это вкусно. Полезно. Если не быть таким придирчивым к сыру человеком, как я, то эта доставка занимает, должна лидирующие позиции, такие же, ну, не менее, чем Суши Смак, должна стать. Она идет с ним нос в нос, только вот сыр. Из-за того, что сыр немножко вот Суши Смак уходит на полкорпуса вперед, так скажем. Вот так. Очень даже вкусно и мне нравится. Буду я заказывать... позиция, да? Да. Буду я заказывать еще? Скорее всего, да, потому что пока что это дешевле, чем Суши Смак. Но если... Нет, ну... Я еще раз попробую. Если вернется сыр, такой же самый, как Суши Смак, они найдут, это будет доставка, которой я буду всегда пользоваться. Если же не найдут, то, ну, сами понимаете, да, сыр, он много решает в роллах. Я вернусь все-таки, опять же, в Суши Смак и буду заказывать только там. То, что хочет сказать. А ты понимаешь, Полина сегодня выбирала везде, где сыр. Ты понимаешь, да? Просто брал. Ну да, где сыр. Предпочтение давали, где вот сыр лежит в основном. Ну, да. И я тоже посмотрела. Единственное, что я вот это заказала дополнительные бонусы в Суши Смак. Ну, хотела бы сказать, что сегодня вот этот сет... Не сет, вернее, а два ролла «Калифорния Классик» сырные. А вот лосось и авокадо ролл, он пошел 145 рублей, он как бы стоит недорого, но он пошел как бы за баллы. Так что заказывайте в Суши Смак, получаете скидки. Ну и карта, а через карту, конечно, ребята, карта должна быть накопительной. Ну, она что хочет сказать? Она хочет сказать, что Суши Смак немножко удобнее заказывать тем, что вы помимо покупки получите еще какие-то бонусные баллы. Да, имей карту. Стоит не забывать о том, что все бонусные баллы, все эти скидки, они уже заложены в цену товара, как везде. Это маркетинг обычный. Ну, то же самое, там у них от 1000 рублей дается сет в подарок. Ну, да. Там сет в подарок у них. Сет? Сет. От 1000 рублей. Я только заказывала, брала заказ, мужчина заказывал на 994 рубля, она докажите что-нибудь еще, чтобы у вас сохранились баллы, и еще был подарок сет какой-то там у них. Ну. Маленький сет 1000 рублей. Ну, как-то заказывали, тоже стоит. Не хочу я захваливать его, кого-то еще. Это достойные роллы, очень вкусные. Попробуйте обязательно.
За эту цену суджи, ну, это намного лучше, чем пицца-роллы Куроцуджи, которые возле кинотеатра. Намного лучше. Ну, на 2-3 головы. Ну, не дотягивает по сыру, да, суши смак. Я не думаю, что хватит, мне уже не нужно постоянно это говорить. Я что хочу сказать, попробуйте обязательно. Стоит попробовать. Не, ребята, большое спасибо, все отлично. Мы первый раз и заказываем у них, и решили попробовать сегодня вот снять видео и рассказать, какие они классные. А заказали в суши смак, потому что это любимые наши роллы, так скажем. Поэтому да, для... никакой конкуренции, всем привет. Для сравнения, да, сыра. Мы заказали для сравнения сыра. Победителя из того выпуска с нынешним кандидатом мы решили сравнить. Ну, да, кандидатом. Всем спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо, всем пока. Хороших выходных, ребята, будущего вам. Выключаем. Приятных вечеров. Да, пока-пока. Еда, еда, иди ко мне сюда. Звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда.